Жизнь в зеленом цвете, ярком и уютном в любое время года, как и новый дом 3А на проспекте Героев Отечества от компании «Кронверк». 22-этажный красавец появился первым из четырех запланированных в новом и современном жилом квартале «Мята». Мы сейчас с вами находимся в первом доме, который сдался буквально недавно, и сейчас идет передача жителям. Это жилой комплекс «Мята». Он является флагманским проектом для нашей компании. Здесь реализованы такие достаточно высокие стандарты строительства для нашего города, дизайнерская отделка мопов, наличие колясочных и туалетов на первых этажах, трехуровневое озеленение, трехуровневое освещение придомовой территории. Этот жилой квартал от компании «Кронверк» получил название «Мята» не случайно. По задумке создателей он является олицетворением всего нового и современного, а главное, не похожим на все другие в Саратове. В первую очередь хотелось бы сказать об архитектуре дома. «Мята» стала доминантой бульвара с ее ярким акцентным фасадом. Также мы впервые использовали световые панели, что очень подчеркивает облик дома, особенно в темное время суток. Если говорить о инфраструктуре, возле нашего жилого комплекса расположены две современных школы «Солярис» и «Солярис-2», а также три детских садика. «Мята» находится на бульваре, что очень удобно для семей с детьми, что можно, конечно же, выйти и погулять. Придомовая территория также сделана в виде концепции самого квартала «Мята», то есть детские площадки современные, безопасные, как мы уже и строили ранее. Можно с уверенностью сказать, что «Мята» — это квартал со вкусом. А что касается вкуса, то владельцы квартир могут их перепланировать по-своему. Дом является монолитным и может позволить любые решения при отделке. И уже сейчас многие собственники благодарны застройщику за современный и ориентированный в первую очередь на потребителя подход к созданию жилищных условий. Очень хочу большое сказать спасибо строительной компании «Кронверт» за очень красивый такой, уютный вообще дом. Вы посмотрите, какой дизайн подъездов. Вот. Очень удобная инфраструктура здесь развита. Все в шаговой доступности. Вот. Хочу сказать большое вот спасибо, что предусмотрели вот туалет для мамочек, которые с детишками гуляют. Это очень удобный вариант, чтобы не подниматься, как говорится, в свою квартиру. А вот колясочная очень удобная, что не на этаж коляску, а здесь оставил все это. Вот. Так что вообще супер, супер все. Не первый раз вообще покупаем в «Кронверке». Сначала купили себе квартиру нашу в Угаре, сейчас вот купили сыну взрослому здесь квартиру. Ну, дом, конечно, великолепный. Все очень нравится, и внешний вид, внутри вообще нет слов. Я думаю, что в Ленинском районе это дома такого класса. Ну, это что-то в диковинку, что-то в новинку. Но мы в восторге. Спасибо огромное, «Кронверк». Все это является результатом планомерной работы компании по вводу жилья, основываясь на современных тенденциях и требованиях будущих жильцов. В Солнечном мы реализовали достаточно крупный проект комплексной застройки. Это жилой комплекс «Лето». Он еще реализуется, еще 4 дома в строительстве. И жилой комплекс «Мята» – это комплекс из 4 домов, один из которых сдан, и еще 3 находятся на этапе строительства. В свое время пожертвовали 5-м домом, потому что изначально в жилом комплексе было 5 домов, для того, чтобы отвести место под парковку. Вы видели, что у дома достаточно такая большая парковка. И под придомовую территорию, для того, чтобы было где прогуляться с детьми и просто спокойно посидеть. Сейчас в планах у застройщика не сбавлять намеченных темпов возведения оставшихся домов «Мяты» для приятной жизни со вкусом.